По делу о взрыве в Лионе задержано уже четверо подозреваемых. Французская полиция провела несколько операций подряд. В числе задержанных предполагаемый исполнитель – 24-летний алжирец, студент, изучавший информатику. Его задержали утром в понедельник на остановке, когда он сходил с автобуса. Сопротивления подозреваемый не оказал. Отмечается, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Также под стражей оказались его родители и еще один родственник, 17-летний учащийся. Сестру подозреваемого полиция также допрашивает, однако без меры пресечения. Расследованием взрыва занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры. Все выходные шли поиски мужчины на велосипеде, который бросил сумку со взрывным устройством около булочной в центре города. Эксперты отмечают, что устройство было маломощным, однако сделанным качественно. Кроме того, в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что и в парижских и брюссельских терактах.